В ясный день облака под Павловском делают лишь сибирские дрифтеры, которые съехались в наш край на межрегиональные соревнования под названием «Дрифт лета». Состязания прошли на новом треке «Ракета», который построили буквально за год силами добровольцев и нескольких алтайских пилотов Ивана Никулина, Артема Рейсбиха и Александра Кудинова. Первый трек ближайший – это в Красноярске, 1000 километров, в ту сторону, если в сторону востока. А в сторону запада, если это получается у нас, ну, только Урал, за Уралом. То есть вот получается, что на протяжении там 3000 километров у нас эта трасса единственная, так скажем. Это первый трек в России, построенный дрифтерами для дрифтеров. Обычно пилоты соревнуются на трассах, предназначенных для кольцевых гонок и тайм-атак. Но конфигурации с большими прямыми и резкими поворотами под 90 градусов едва ли подходят под плавное скольжение в паре. Чего не скажешь о ракете. Ради новых ощущений организаторы соревнований даже в последний момент переделали календарь этапов. Кузбасское кольцо – это сугубо кольцевой трек именно для кольцевых гонок, а в Новосибирске у нас площадка. И за счет появления этой трассы у нас, получается, в календаре есть полный комплект. То есть за весь сезон наши пилоты могут проехать, и наши зрители посмотреть все виды, в принципе, современного дрифта. Сам трек создавался с использованием компьютерного симулятора, поэтому учитывались многие моменты по типу длины и резкости поворотов. Однако основная фишка – это перепады высот. Здесь есть контруклоны. Не просто ровная дорога, а контруклоны, где законы физики как бы не обманешь и нужно с ними работать. Вверх, вниз, вправо, влево, то есть как бы, где машина, судьи ставят задачи, грубо говоря, оказаться наверху, собрать тот квадратик, собрать внизу, и ты должен машиной заехать туда. Если поедешь здесь, сможешь выступать где угодно. Так утверждают создатели трека. Трассу намеренно сделали сложной, чтобы пилоты использовали все виды техник при прохождении поворотов. Особенно важно здесь уметь ехать в две педали, то есть вовремя поджимать тормоз. Несмотря на сложность конфигурации, она идеально уравнивает возможности пилотов. В нынешних реалиях это такой трасса считается, ну я считаю, что с минимальным порогом входа по мощности. Здесь конкурентно могут ехать машина 300 сил с 500 лошадиными силами. Ты едешь такой на 5-миллионной тачке, и тебе дверь пилит там машина за 700-1 000 000 рублей. И ты такой, типа, все ли я делаю правильно. Это классно, это бодрит пилотов на мощных машинах, очень бодрит, злит, цепляет. Уже в следующем году создатели трека хотят организовать летнюю и зимнюю дрифт-школы и устроить заезды для картингистов. Тем более, уже сейчас строится теплый бокс для хранения техники. Плюс в 2025-м жители Алтайского края, скорее всего, смогут здесь тренироваться проходить повороты на своих автомобилях. Ведь лучше улететь куда-то на ракете, чем на дорогах в кюветы. Данил Кузнецов, Владислав Ковалев, Михаил Филиппов. День с толком.